Как известно, на Колыме 12 месяцев зима, остальное лето. Но так ли это на самом деле? Уже на следующей неделе календарная весна. Вечерний Магадан вместе с жителями областного центра решил выяснить, какая погода ждет нас в последние выходные февраля. В субботу, 26 февраля, в Магадане значительная облачность. Температура воздуха ночью минус 11, минус 12 градусов. Днем до 9 градусов мороза. Ветер слабый, северо-восточный, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление очень низкое. 727 миллиметров ртутная столба, влажная, комфортная, 48%. Воскресенье, 27 января, в областном центре облачно, с прояснениями. Температура воздуха ночью минус 11, минус 12 градусов. Днем до 9 градусов мороза. Ветер легкий, северо-восточный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление очень низкое, 732 миллиметра ртутного столба. Влажность комфортная, 48%.